Сегодня не Новый год, не День всех влюбленных и не 1 апреля. И тем не менее, в клубе «100 ручьев» сегодня состоится праздник. Сегодня профилактика. Я волна, новая волна. Протест против засилия однотипности и стандартности. Профилактика исключительно андеграундное мероприятие. Здесь люди играют свой любимый стиль. Многие из них играют тут ту музыку, которую они не смогут поиграть больше нигде в Воронеже. По большому счету все это делается для развития нашей, как ее сейчас модно называть, клубной культуры. Четвертая профилактика по традиции должна состояться не меньше, чем через полгода, поэтому я думаю, проблем с каким-то новым концептом не будет. Который был представлен. Несомненно, транс. Конечно, трип-хоп. Брейкбит. Рейкор! Мне понравился очень техно. Представление! Я ничего не услышал, что вы сказали, поэтому я говорю.